Всем огромный привет, мои хорошие! В сегодняшнем ролике хочу рассказать вам о том, что я недавно, и не только недавно, покупала на сайте iHerb. Вообще просто обожаю этот сайт. Появилось довольно большое количество акций, и самое главное, это то, что сейчас можно получить 15% абсолютно всем, на все товары, при заказе от $60, и к тому же еще при заказе от $60 у вас бесплатная доставка. На все те товары, которые я сегодня вам покажу, тоже я все ссылочки оставлю. И все актуальные акции, скидки также будут внизу под этим роликом. Итак, давайте начнем. Я, честно говоря, очень долго гонялась вот за этим кремом. BB-крем от корейской марки Миша. Почему гонялась? Потому что в номере 23 его постоянно нет в наличии. Если сейчас он есть, прям берите, забирайте, потому что он просто нереально подстраивается под тон кожи. Во-первых, он перекрывает все недостатки. Во-вторых, он увлажняет, но при этом не жирнит кожу. Сейчас на моей коже нет вообще никакой пудры, и при этом при всем у него просто потрясающий цвет, у него очень хорошая укрывистая способность. Если у вас есть какие-то прыщики, если у вас есть какие-то несовершенства кожи, то, в общем-то, он вам все это уберет. И еще что я прям хочу вам посоветовать, конечно, это вообще не бюджетная покупка, именно в номере E40 кисточка от марки Sigma. Она, вот смотрите, насколько она пушистая, но как же она хорошо растушевывает продукт. То есть все тени, вот весь сегодняшний макияж у меня сделан одной кистью. И низ, и верх, и складочку века. То есть я сначала поработала ей в светлых оттенках, потом, соответственно, несла на складочку более темные, вниз более темные, и все. Просто нереально растушевывает. Вот настолько все четко, хотите вытянули там, да, хотите там просто. Что касается красоты, обожаю вот эти расчески. Вот это у меня новое, а вот это я заказывала, ну, я не знаю, сколько месяцев назад, и только вот сейчас у нее начали потихонечку отпадать вот эти вот защитные капельки, но они просто обалденные, вот эти вот wet brush, они прекрасно ведут себя и на мокрых волосах в том числе, мы пользуемся и для дочки. В общем, расчески классные. Это вот такое вот мыло от Deep Steep, я, честно говоря, немного от него ждала, но оно оказалось очень приятное. Оно, у него очень такой ненавязчивый аромат, но оно очень нежно, оно не сушит руки, его много, у него хороший дозатор. Довольна я вот этим вот мылом, поэтому тоже всем могу посоветовать. Паста зубная, вот такая вот паста. Я очень люблю в последнее время, это уже вторая паста с вот таким вот пампинг, с дозатором, с помпой, потому что они реально оказались намного удобнее. Вы выдавливаете, хотите маленькую горошинку, хотите побольше. Этих паст действительно надолго хватает, то есть намного дольше, чем вот эти вот обычные тюбики. Когда она ко мне приехала, она была в упаковке, в коробке, в белой, где было написано Avon. Avon. И я такая, что? Что? Ну, как бы марки Avon нет на iHerb, но это корейская фирма Perioe, Made in Korea. Я не знаю, в сотрудничестве с Avon или еще как-то. Я сначала испугалась, потому что Avon я как бы, ну, в общем, как-то так. И здесь написано, что здесь гималайская соль, то есть здесь даже нарисована соль. И еще был у меня такой страх, потому что когда я пользовалась пастой Веледа солевой, то есть там прям соль-соль. Невозможно было ей чистить зубы, потому что все щипало, все горело. В общем, было дико неудобно, неприятно. В общем, мы сейчас пользуемся вот этой пастой вместе с мужем. Именно во вкусе вы ее не чувствуете. Она здесь есть в составе, то есть лечебные, так скажем, качества соли касательно десен, зубов и так далее уже давным-давно известны. Это все очень здорово, это все очень полезно, но круто сделали то, что эта соль просто минимально чувствуется в этой самой пасте. Долгоиграющая зубная паста, которая, кстати, может подойти даже для детей, потому что она не сильно мятная, то есть вы как бы, ну, чувствуете, естественно, вот этот мятный аромат, он здесь есть, но это не так, как вот в большинстве паст, которые, знаете, прям вот дерет вот эта мята рот. Нет, здесь такого нет. Хочу рассказать про классную вещь, которую я заказала на сайте iHerb для животных, для людей, у кого есть собаки особенно. На самом деле очень странно ведет себя иногда вселенная, потому что когда мы ездим в деревню или куда-то далеко, я, естественно, всегда беру с собой аптечку именно ветеринарную. И самое странное то, что когда в этот раз мы поехали в деревню, я ничего такого не взяла и думаю, ну что может случиться с собакой в деревне. Короче, случилось. Где-то рассек он себе напополам ноготь. А вы знаете, если вы собачник, если вы вдруг попадаете в
такие ситуации, что в когтях есть сосуд, который, ну, кровеносный, да, в общем, кровь из которого остановить практически невозможно. Первый раз у нас это было, когда мы только взяли Джима, я неудачно постригла ему коготь, и я останавливала просто, это был какой-то кошмар, благо марганцовка была, но марганцовка — это больно. И я решила купить вот такой кровоостанавливающий порошок. Я с собой просто не взяла, почему? Всегда беру, ничего не случалось. В этот раз не взяла, и, в общем, вот так вот получилось. Кое-как мы доехали до дома, в общем-то, вбежали просто в квартиру, я достала вот этот порошок и очень обильно прям начала прижимать. То есть тут самое главное, когда у собаки какая-то ранка, можно использовать, кстати, для людей, когда какая-то ранка, когда вы повредили коготь, когда вы вот что-то вот такое вот именно, где есть кровь, вы просто берете и самое главное прижимать. То есть если это коготь, прям в него, прям вот в эту ранку, прям вот в эту вот. И это не больно, в отличие от марганцовки, кровь сразу моментом остановилась, и при этом при всем собаке не больно. В общем, вот это просто штука теперь, ну, реально везде со мной. Вот буквально везде. И давайте по еде, этого было больше всего, и хочу вам показать кофе, от которого мы с мужем были просто в восторге. У нас есть кофемашина, пользуемся зернами. В общем, заказала я вот такой кофе, который, естественно, мы уже выпили, потому что не пить этот кофе просто невозможно. Во-первых, конечно, меня привлекла вот эта просто шикарная упаковка. Заказала, не прогадала. Короче, серьезно, это такой классный крепкий кофе. Я очень люблю, не горький, то есть он не горький, он не кислит, он не горчит. Он просто очень насыщенный и супер-мега крепкий. Поэтому я заказала новую упаковку. У этой компании есть еще несколько разновидностей кофе, но так как нам пока понравился вот этот, я решила, что нужно взять еще. Просто потрясающий кофе. Обязательно кофеманы, прям попробуйте. Ну, это вообще любовь с первого взгляда. Чай, который мне не очень понравился, это чай от Йоги. Вообще это очень странно, потому что чай от Йоги я очень люблю. Мой самый любимый, с розой гибискусом. Ну, в общем, вот такой стресс-релив, это хони и лаванда, ну, то есть мед и лаванда, ну, он вообще практически никакой, то есть он настолько слабенький, ну, вот честно, мне его не хватает. Не сильно прям вкус от этого чая я почувствовала, заметила, поэтому, к сожалению, ну, не могу его порекомендовать. Точно так же мое разочарование, это вот такой лавандовый чай, упаковка классная, все прям лаванда, прям он такой весь красивый, такой весь эстетичный, прям открываете, там, берете вот этот пакетик, да, все эти чай пакетированные. И почему я беру пакетированные чаи именно на iHerb'е? Потому что там они настоящие, потому что там это не пыль. В общем, посмотрите, на iHerb'е просто какое-то колоссальное количество разновидностей вообще чаев. Ну, в общем, вот этот, к сожалению, не подошел нам. Чего не скажешь про наш любимый чай, который также закончился. Вот-вот, буквально вот прям вот как только мы его купили, буквально прошла неделя, и вот осталось только 3 пакетика, даже упаковки не осталось. Это Double Bergamot. Это для тех людей, кто очень сильно любит прям насыщенный аромат и вкус бергамота. Тоже не очень дорого стоит. Кстати говоря, с iHerb'а сейчас мне идет, я заказала специальные пакетики для чая, для того, чтобы листовой чай закладывать в эти пакетики и наслаждаться чаем в кружке без чаинок. Поэтому тоже имейте в виду, там такие есть. Выглядит вот так, ссылочку на них тоже оставлю, очень удобно. Есть длинные специально для чайника. Это чай мужа, потому что он настолько крепкий, что лично я его пить не могу. Для меня один пакетик на 4 раза. Его реально можно заваривать 4 раза, он будет одинакового цвета, и он все равно будет крепкий. Но муж у меня обожает крепкий чай. Здесь написано цейлонский оранж. Оранж, но здесь нет оранж. Это специальный такой сорт чая, который немножечко такой землистый. Он очень брутальный, он прям очень брутальный. Для любителей сильно крепких чаев прям очень вам рекомендую. Но вот этот мы заказываем из раза в раз. Вот это самый потрясающий чай, который вообще я когда-либо пила, конкретно с ягодами. Ну просто обязаны попробовать все. То же самое, здесь удобные вот такие. Вот такие пакетики, вы их открываете, там пакетик с чаем, насыщенный, но не дико крепкий, и при этом у него такой аромат ягод. То есть реально, как будто вы добавили туда живые ягоды, растолкли их, и вот у вас там вот прям живые настоящие ягоды, фрукты. Просто потрясающий чай, который, ну, вот которым вот реально прям упиваемся. Вот такой он называется Mixed Berry, всем советую его попробовать обязательно.
Вот прям обязательно. Доели мы вот такие вот печенюшки, все нету, они, конечно, дорогие, но я даже друзей угостила этими печенками с кленовым пеканом, и это просто потрясающая вещь. Просто оторваться невозможно. Здесь много белка, здесь много жиров натуральных, настоящих, правильных, а как раз-таки от орехов. Да, здесь содержится кленовый сироп, как бы сахар. Да, здесь содержится небольшое количество соли, но если вы там куда-то в пробке стоите, там, и вам хочется перекусить, вот это просто идеальный вариант. Вообще, это взрыв вкуса, вот серьезно. Настолько необычный вот этот вкус, немного соленого, немного такого карамельного, сладковатого. Это кокосовые листы для... Можно делать блинчики, можно вообще... Ну, короче, что-то в них заворачивать. И это именно кокосовые листы, они у меня еще даже не открытые. Отзывы на них очень хорошие. И говорят, что они прям вот кокосовые. То есть, прям вот вкус кокоса, запах кокоса. Они подойдут на десерты, да, то есть можно в них завернуть какой-то творог. Собираюсь с мыслями, хочу придумать какую-нибудь прикольную начинку. Специальные такие смеси для брауни я заказала, и это именно кето-френдли, то есть здесь нет углеводов, здесь нету добавленного сахара, то есть вот шуга 0 граммов, и при этом как бы это уже готовая смесь для выпечки. А, ну вот, можно 3 яйца добавить, кокосовое масло можно добавить сюда и 20-25 минут выпекать. Все, это идеальное решение для тех, кто, например, худеет, кто следит за своим питанием, кто пытается, старается есть меньше сахара, но при этом при всем хочет вкусно питаться именно вкусными десертами, так что таких вещей на Айхербе очень много. Обновила я себе вот эти вот соусы, это коконат аминос, это именно, у меня есть еще как соевый соус, а этот, он... Ну вот не знаю, насколько здесь видно, он прям густой, то есть это больше похоже на соус унаги, на соус терияки, с ним можно что-то потушить, с ним можно, его можно просто добавить в салат, и это будет очень вкусно, при этом при всем, опять же, здесь нет, здесь вот шуга 2 грамма, но это не добавленный сахар, то есть в ингредиентах у него здесь аминокислоты кокоса и морская соль, то есть никакого добавленного сахара, аминокислоты — это белок, это очень классная вещь, особенно для тех, кто хочет поменять, опять же, в своем рационе что-то, да, и при этом при всем не потерять вкус, потому что очень вкусно. И взяла на пробу, не пробовала честно, коконат аминос уже с васаби. Есть тоже морская соль, и здесь уже васаби. Я думаю, что она немножечко такая остренькая будет. Опять же, можно потушить там ту же самую куриную грудку. Это масло миндаля, 100% масло миндаля. Оно не имеет супер прям такого выраженного аромата миндаля, оно не имеет такого супер выраженного вкуса миндаля, но оно очень-очень полезно. Причем на нем, конечно, можно жарить, потому что оно имеет очень-очень высокий уровень кипения, дымления, температуру. Можно и жарить на нем, можно добавлять в салаты, я в основном добавляю в салаты. Просто вообще эту фирму обожаю, у меня много масел от них, и масло авокадо, и, в общем, и даже трюфельное масло у меня сейчас стоит. Ну что, спасибо, что вы посмотрели это видео, но это еще не все. По уже сложившейся традиции в видео про iHerb я, естественно, буду разыгрывать денежку, 1000 рублей вам на карту. Обязательно смотрите условия внизу под роликом в описании. От чистого сердца. Все ссылочки и все акции сейчас актуальные вам также внизу в описании оставлю. Всем прекрасного настроения, отличного дня, или вечера, или утра, или ночи, что там у вас. Всех люблю, целую, пока!